застреваем. Припасов недостаточно. Мы не можем даже эвакуировать раненых. Так точно, сэр. Вас понял. Я сообщу, ребят. Просто залезь на эту гору, Полонский! Ты меня! Да нужно прикрыть!
ёбаный ты по голове, сука. Чёртов пулемёт накрывает весь район! Миллер, давай дым! Да что, блядь, за хуйня, ёбаный ты по голове, сука. Они влезаются! Гранатами, блядь. Не бойся, я тебя прикрою! Перезарядка! Филин, нам нужно прикрытие! Ложись, твою мать, граната! Приближается вражеская пехота! Ублюдки, они его подбили! Пулемет! Ну, не бить, наш репортеры ведут огонь! Чилер, обойди их с фланга и зачисти! Твари! Они приближаются! Твари! Они бросили гранату! Они вон там! Будет сделано! Живо! Помоги! Миллер, бросай гранату! Не сдаваться!
Три бункера ведут огонь! Филин, обойди их с фланга и зачисти! Брось ее обратно! Они направляются сюда! Блять, откуда? Это рад, блядь. Yeah.
ебать. Бех меня подгонять, чувак. У нас потери! Да ебать, я же испортил. Миллер, бросай крючатку! Тебе не попадет! Нам надо разнести эти чертовы бункеры! Так знаю. Они направляются сюда! Полезай туда, Миллер! Сделай это там! Шорная пункта граната! Последний заход! Хорошая работа! Все! Внимание на меня! Гондурас, блядь. Следуй за мной! Парк! Зови пара! Увидимся в аду!
Спасибо. Пошел, пошел! Ну, пидорасы, блядь. Охуеть. Если сука не убиваем, но... Пидорасы, японцы, блядь. Охуели совсем. Гондурас, блядь. Да и лес уже,
сука. Ёб твою мать. Бонзай, блядь! Нахуй, бонзай, блядь! Бонзай, блядь! Я знаю, они рядом! Пулемет! Ну, высунется, сука. Без проблем! Укрытие! Готовить лестницы! Бегом, марш! Я хочу, чтобы в этом районе было безопасно! Дайте патронов, мне ебаный бред. Ух ты ж, блядь, сколько их там. Великолепно, морпехи! Просто, черт побери, шикарно! А теперь давайте выберемся из этой проклятой дыры и окажем помощь нашим раненым. Не говори, чувак. Киллер! Сюда! Быстро! Быстро, блядь, кабанчиком нахуй. Помогите мне положить его в грузовик. Мы выдвигаемся. Два, три. Ты уходишь? Прорвитесь и займите замок Юри. У нас скоро патроны кончатся. Напряжение подгонят по воздуху завтра утром. И как, черт побери, мы тут до завтра продержимся? Дерьмо собачье. Ты это слышал, сержант? Мы ни гранаты не получим до завтрашнего утра. Основные силы оттянулись на северный хребет. Мыслите позитивно. После этого вас парни наверняка не пленут, и вы сядете на проходе домой. Так мы и думали после пилели. Мы молились, лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули.
Это последний раз, когда нам придется рисковать жизнью. Это последний оплот противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы. Как уже было сказано, главные силы отошли на северный хребет. Но я хочу, чтобы каждый здесь был готов к бою. Как только сбросят припасы, мы выходим. Вот оно! Пошли! Ну. Ну, блядь, ну пиздец. Точка излома. Уровень называется, сколько же там до конца осталось. Точка излома, сердце рейха и крах. Да, в принципе, можно пройти за раз, часика полтора, не больше. Контейнеры, это марш! Внимательно смотрите в траве, на деревьях. Каждый чертовый деревья может засесть маленький тот. Наши самолеты разбомбили тут все, к чертовой мать. Они вернутся, как только дозаправятся и получат боеприпасы. А пока остались только мы. Все, что у нас есть, разделите между собой. Дерьмо, снайпер! Где они, черт побери? Банзай, блядь! Это все, что у нас есть. Разделите между собой. Дерьмо, снайпер! Где они, черт побери? На дерево. Они обложились пистолетом в песок. Пиздец. Это все, что у нас есть. Разделите между собой. Дерьмо, снайпер! Где они, черт побери? Пиздец, я патронов нет. Смотри внимательно! Правее! Охуеть. Это все, что у нас есть. Разделите между собой. Дерьмо, снайпер! Где они, черт побери? Они обложились пустами с песком! Смотри внимательно! Правее! Еще хочешь? Там, наверху, на деревья! Снимите их! Залезайте в бункеры! Какие бункеры, блядь? Да.
круто. Это все, что у нас есть! Пиздец! Дерьмо! Снайпер! Где они, черт побери? Смотри внимательно! Правее! Они приближаются! Там, наверху! На деревья! Снимите их! Они вон там! Thank you.
ебанутый, я пальцы пиздец. Надо куранить срочно. Сука, гребаные японцы, блядь. Бонзай, блядь. На холме! Рассредоточиться! Нам нужна помощь! Всем оставаться на чеку! Thank you.
пиздец. Сосредоточить огонь на холме! Сосредоточиться! Ублюдки, они его подстрелили! Идите нахуй со своим банджай, блядь. Пиздец. Сосредоточить огонь на холме! Сосредоточиться! Я их вижу! Прямо впереди! Брось её обратно! Они приближаются! Сосредоточить огонь на холме! Сосредоточиться! Они приближаются! Это же бегу! Он не бежит! Подожди меня прикрывать! Я не могу! Да ты заебал, что он там знает, блядь. Парни, с тебя летит граната! Ну пиздец. Сосредоточить огонь на холме! Сосредоточиться! Банжай, блядь, иди нахуй, туда. Суки, блядь.
Вверх по лестнице! Ворота! Я знаю, они рядом! Сука, пидорас, блядь.
Сковывайся! Я тебя уничтожу! На крыше засели! Наверху, на лестнице! И вперед, мы должны заткнуть эти минометы! Первый миномет на окоп впереди! Миллер, разберись с ними! Что сразу Миллер, блядь? Yeah.
Что это, блядь?
Постреляет.
сука. Что стали, блядь? Сержант! Мы засекли все движения! Прекратить огонь! Полонский, обыщи его! На землю! Живо! Руки вверх! Дерьмо! Хуёво, блядь. Ублюдки убили его! Вы, сукины дети! Держать оборону! Они приближаются!
Ожидаю шарги на эту цель. Доступен авиаудар.
готов нанести удар с воздуха. Координаты получены. Да блять. Ожидаю координаты цели. На нас валит толпа пехоты! Подтверждаю. Повторяю, внесите поправки в прицел. 30 секунд. Ты там сотни, блядь. Доступен авиаудар. Автор! Давай, Миля, вызови самолеты! Огонь по переданным координатам невозможен. Проверьте сведения о цели. Огонь по переданным координатам невозможен. Проверьте сведения о цели. Координаты получены. Рома, Диллиджент 1-6. Несите поправку. Повторяю, внесите поправки в прицел. 30 секунд. Готов нанести удар с воздуха. Миллер, вызывай удар с воздуха, живо! Подтверждаю. Рома, Диллиджент 1-6, внесите поправку. Повторяю, внесите поправки в прицел. Координатам невозможно. Проверьте сведения о цели. Подтверждаю. Рома, Диллиджент 1-6. Несите поправку. Повторяю, несите поправку. Какая, блядь, поправка? 17, сука. 30 секунд. Я
Ступин, авиаудар. Востоку от нас! Огонь по переданным координатам невозможен. Проверьте сведения о цели. Давай время, вызови самолеты! Координаты получены. Огонь по переданным координатам невозможен. Проверьте сведения о цели. 45. Цель поражена. Доступен авиаудар. Миллер, вызываю удар с воздуха, живо! На нас валит толпа! Подтверждаю. Рома, Диллинджер 1-6, несите поправку. Повторяю, несите поправки в прицел. 30 секунд. Этого я пошел! Он ранен! Я их вижу прямо впереди! 20 секунд. Ожидаю координаты цели. Давай, Миля, вызови самолеты. Координаты получены. Все кончено. Мы сделали все, что от нас требовалось. Мы молились, лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули. Это последний оплот противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы. Войска Красной Армии окружают Рейхстаг. Здание парламента – последний оплот фашистского рейха. Мы уничтожим на этих улицах каждого, кто посмеет встать на нашу пути. Участие в этой великой битве – огромная честь для любого бойца. Наше знамя над городом станет символом поражения и унижения противника. Возмездие свершится. Все будет хорошо. Слышишь меня? Они затопили свое метро, пытаясь убить нас, Дмитрий. И снова им не повезло. И снова мы обманули смерть. Все будет хорошо. Отдохни пару минут, отдыши. Думаешь, это нам поможет вернуться домой? Писать про войну вместо того, чтобы воевать? Никто не будет это читать. Если у тебя кишка танка убивать за родину, то, по крайней мере, покажи, что ты готов умереть за нее. Сержант, займите левый фланг,
который будет сопротивляться! Проверить все здания! Есть, товарищ генерал! Вы все слышали, товарищ? Знали! О! Еще несколько часов, и перерыв поднят. У каждого из нас своя роль. Так куда ты, блядь? Славно отомстили врагам за себя и за родину мать. В атаку! Нейтрализовать! Бункеры сильно укреплены. Мы должны уничтожить зенитные пушки, чтобы освободить путь бронетехники. Недостаточно уничтожить живую силу противника. Нужно стереть это место с лица земли. Найти заряды. Найти гранатомет. Нужно сделать все для того, чтобы уничтожить ублюдков. Thank you.
все будет кончено. Сегодня вы славно отомстили врагам. За себя и за родину. В атаку! Нейтрализовать позицию. Бункеры сильно укреплены. Вы должны уничтожить элитные бункеры, чтобы освободить бункер бронетехники. Недостаточно уничтожить живую силу противника. Нужно стрелять это место чисто от земли. Установи заряды. Найди гранатомет. Нужно сделать все для того, чтобы вы уничтожили блюдо. Блять, где ты?
А ебаный блядь. Yeah.
Блять, патронов, блять. Сука, не убиваем, да. Весь Берлин узнает, что фашистский рейх окончательно стер с лица земли. 30 апреля 1945 года. Когда Резнов первый раз завел разговор о Дмитрии, он рассказывал о герое, о том, с кого мы должны брать пример. Зверство, которое он называл героизмом, признак не человека, а дикаря. Но я видел героев, других героев. Готовьтесь, товарищи! Нас ждет последний рывок к победе! Сегодня мы сокрушим остатки фашистского рейха. Родина примет нас в свои объятия как героев. Родина ждет от вас последние услуги. СССР, Америка и здания будут биться до еще больше. Фактор Шрека. Над этим городом. Мы не можем подвести отчизну. Да ёбаный рот, сойдите нахуй.
так и сделать.
должны продвигаться! Yeah!
Должно быть, крыша уже близко, а мы далеко зашли. Разим этих тварей через край. Сержант, наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание. Больше разбираются с тем, что осталось. Мы должны прорываться вперед. Победе! Недолго еще держать промазан с тем, что осталось. На балкон, там, наверху. Сержант, наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание. Пусть разбираются с тем, что осталось. Мы должны прорываться вперед. Победе! Недолго еще биться к кровожадному сердцу фашистской империи. На балконах, там, наверху. Наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание. Пусть разбираются с тем, что осталось. Мы должны прорываться вперед. Победе! Недолго еще биться к кровожадному сердцу фашистской империи. На балконах! Там, наверху! Наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание. Пусть разбираются с тем, что осталось. Мы должны прорываться вперед. Победе! Недолго еще биться к кровожадному сердцу фашистской империи. На балконах, там, наверху. Yeah.
Сержант, наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание. Пусть разбираются с тем, что осталось. Мы должны прорываться вперед. Поверьте, недолго еще биться кровожадному сердцу Мальтийской империи. На балконах, там, наверху. Откуда, блядь? Добраться до знаменосца.
тебя получится, дружище. У тебя всегда получается. Только ты достоин такой чести. Пока ты жив, нашу армию не сломи. Когда-нибудь все изменится. Родина примет нас в свои объятия как героев. That the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The victory won in the West must now be won in the East.
Thank you.